Ну что ж, начнем теперь скрутинг делать, да? Учились, нормально выделяем все эти полигончики. Идем в объект. Join. Все соединили. Теперь скрутинг. В скрутинге нам надо сделать ремеш. Ctrl-R. Скажем так, 500, наверное, нормально, так, 530, скажем, ремеш, есть. И теперь поступим следующим образом, да? Как-то можно, я хотел бы вот эту выделить. Ну да ладно, начнем мы с этого, скажем, x. И поправим сначала морду лица, да? Потом все остальное будем делать пока так. Так, тут все вроде бы правильно. Потом будем. Давайте возьмем вот этот, скажем. В пуклу сделать. Но он тут все делает. Это нам не надо. Поэтому оставим пока так. Мне бы надо вот с этим разобраться. Скульпт. Поболее. Поменьше. Вот тут нам надо вдавливать. Не понял, как лучше всего это сделать, прямо я не знаю, с помощью маски. Можем сделать с помощью маски, конечно. Посмотрим, здесь расширим. Так. Мы попробуем маску применить, да? М. Мы тут порисуем сейчас ее. Сразу не забываем убирать там, где мы с вами переборщили. Это вот тут. Вот это, вот это, вот это вот все убрали. Здесь нам не надо никаких масок, даже слабеньких не надо. Извиняюсь. Что такое? Убрать, я сказал, убрать. Тут вообще не надо ничего. Так, допустим, убрали. Сделали. Так, еще раз маску. Поэтому я и хотел убрать. Поменьше сделать. Так, 14.
Давайте, как вот оно есть. Аккуратно, inflate теперь. Ctrl-I. Вот. Замечательно. И либо вот сюда еще немножечко сделать. Вот тут чуть-чуть рисовать. И давайте inflate пойдем. Где тут у нас? Вот. Inflate. Зажали. Потянули. Примерно вот так. Назад. Такое ощущение, что нужен ремеш поменьше. А если попробовать так, использовать вот этот прием поболее, только наоборот, в минус. Так тоже не очень удачно получается. Так, как же лучше всего сделать? Довольно-таки глубокая эта штука. Так, ну вроде получилось пасть тогда. Пасть попасть получилось. Так, теперь мы должны аккуратненько это править. Так, во-первых, здесь должно быть отвечено вот это. Поменьше сделаем. Вот
туда наверх. Улыбочку. С этим ртом прям, я не знаю, целая проблемка. Вот так. Этот здесь сюда подгибаем, этот вот сюда, вот этот вот сюда. Примерно так, да? И малость мы его сейчас. Не знаю, как для вас, для меня вот это самое сложное. Чтобы хороший получился. О, вылезли. Ладно, тогда сделаем только здесь. Стрендж уберем. Бывает. Ладно, я по новой начну, а вы, ребята, можете продолжать. Так, сохраним теперь от греха подальше контур. Так, ну теперь давайте немножечко тут налепим кое-чего. А у него тут вот есть до самых глаз такая вот расширялка такая вот. Я смотрю, что мне она нужна будет. Так. Ну, а теперь пойдет в дело этот. Тут все нормально. Немножечко тут еще. И добавим сюда тоже. Глины намесим. Так. Ну вот так близко уже к тому, что нам нужно, да? Уже более-менее перемене. Единственное, что может здесь еще чуть-чуть растянуть вот так, чтобы улыбка была, без сомнения, коснется наших глаз. Вот так. Так, и вот тут нам надо с вами еще поработать непременно. Тут много где еще надо поработать, но вот эта вещь как бы требует.
Тоже мы сюда сейчас добавим чуток. Так вот. Берем. Примерно, да, примерно что-то такое получается. Так, далее нам надо взять, скорее всего, вот этот, нажать минус, попробовать тут поработать в этом плане. А теперь вот этот. Тоже для глаз. Глаза у нас должны быть большие, поэтому мы так и сделаем. Вовнем их туда. Да, вот так. Хорошо. Далее. Тут вот еще землицы накладем. Вот так. И разровняем ее, чтобы там не случился снова этот казус, мы это сделаем сейчас. Ctrl-S. Ну и сделаем маленький вот этот 21. Попробуем сейчас минус. И сделать ноздри, да. Такие вот. Сделаем. А здесь. Так, где этот инструмент, который стягивает, зараза? Этот, а вот этот. Не, мне не поможет. Назад. Лучше уже тогда вот этим. Так сделать. Мы с вами сделаем такие ности побольше. Динозавра немножко похож. Но он и есть динозавр. По сути дела, старше. Нет, со времен хотя бы динозавров там остался. Нет, это не то, не то, ребята. Подождите. Вот это надо подтянуть. Так. Вот так и вот так здесь. Так, последнее, что с мордой надо сделать. Наложить сюда клейчику немножко. Сделать нос с горбинкой. Теперь. Так вот.
Здесь тоже клику немножко вот так добавил. Исправим тут. Улыбочку. Нет, не так. Не так улыбочку надо сделать. С помощью, наверное, вот этого. Это здесь тоже ни при чем. Как же тебя сделать? Не приложу. Так, ну-ка. Вот это рассеянным сюда должен быть. Так, это сюда немножко, это сюда немножко. Так. И, соответственно, уменьшаем, тут подравниваем, тут подравниваем, все подравниваем. Так, тут и еще раз. Улыбочку. Так, тут перестарались. Так, добавим малость и сгладим. Сколько у нас времени? 24 минуты, ну ладно, потом пойдем уже к тельцу.